Всем привет! Вы на канале магазина Android 55 mi55.ru. Сейчас я попробую настроить сенсор на смартфоне Xiaomi Redmi Note 10. Зайду в настройки. Здесь у нас должен быть активированный экран. Так, не то, да? Давайте по паролю и безопасности. Вот, пароль и безопасность мы ищем. Заходим в пароль и безопасность. Здесь отпечатки пальцев. Графический ключ, пароль. Так, введем какой-нибудь пароль. Понятно. Давайте введем 1, 2, 3, 4, 5 традиционно. 1, 2, 3, 4, 5. А теперь начинаю добавлять отпечаток пальцев. У смартфона Redmi Note 10 отпечаток пальцев спрятан в кнопку питания. Ну, процесс довольно не быстрый. Получилось. Отпечаток один. Так. Готово, да? Отпечаток добавлен. Я еще раз покажу, где это пароли. Попробуем найти защиты и конфиденциальности. Нет? О, пароль и безопасность. Так, вот, видите, по центру пароли и безопасность. Отпечатки пальцев. Я заходить сюда не буду, повторять. Готово. Теперь пробую заблокировать экран и разблокировать. Заблокировал. Так, а теперь мы можем посмотреть, как это работает в реале. Кнопочку нажал, заблокировалось. Касание, разблокировалось. Нажал, заблокировалось. Касание, разблокировалось. Нажал, заблокировалось. О, это я сейчас нажал снова. Касание, разблокировалось. Работает быстро, надежно, никаких проблем. Спасибо за внимание. Смотрите плейлист. В нем есть другие видео. Подписывайтесь на наш канал. Надеюсь, будем вам полезны. До свидания.